Это золотой фонд городского округа Щелково. Будущее нашей России. Вот она, наша гордость, надежда и опора. Тех, кто успешно прошел испытания на Всероссийской олимпиаде школьников, пригласили в актовый зал гимназии номер 2 на торжественную церемонию награждения. Завершающийся учебный год принес нашему округу 161 победителя и призера регионального этапа олимпиады, проходившие по 24 предметам. С успешным окончанием испытания ребят поздравил глава округа Андрей Булгаков. В нашем городском округе очень крутая, перспективная молодежь. Для города, для качества образования, для всех, для нас, для родителей, для учителей уровень и количество призеров на олимпиады регионального уровня и заключительных этапов – это очень важно. От всей души вас поздравляю, горжусь, только вперед, новым победам! Для поддержки одаренных школьников Андрей Булгаков учредил грант. В этом году его получили 37 олимпиадников. Длительный период подготовки помог ребятам достичь успехов. На самом деле подготовка начинается еще с этапа школьной олимпиады. Это и всевозможные курсы, и подготовка на уроках, и на дополнительных занятиях с нашим учителем по предмету, и вообще изучение большого объема информации. Для меня сыграло большую роль, что за время подготовки я узнала также некоторые вещи об истории России, поскольку язык тесно связан с этим. География – один из самых интересных предметов. В этом году от городского округа в олимпиаде по этой дисциплине принимали участие 3 человека. Все ученики лицея номер 7. И все вышли в заключительный этап. Двое стали призерами. В этом году самым сложным заданием на заключительном этапе был вопрос про карты и морские перевозки. Нужно было сопоставить путь морского корабля, который шел из Бразилии в Китай. Сначала нужно было отгадать, что это за страны, и расположить моря. В этом учебном году очень высокие показатели олимпиады. У нас впервые за последние 3 года на заключительном этапе у нас было 7 участников. Из этих 7, 6 детей стали призерами. Именно они получат возможность в течение ближайших 4 лет без испытаний поступить в любой государственный вуз. Победители принимают поздравления. В их честь фейерверк из 1000 звезд. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.